Всем огромный привет! Нахожусь сейчас в Сочи, Адлер, пляж. Раннее утро. Пришла посмотреть, есть ли сильный шторм, потому что погода вчера просто меня шокировала. Вот как вы думаете, это сильный шторм? Ну, судя по тому, что вышли в большом количестве людей искать золото, наверное, это сильный шторм. Или средний все-таки. Жду не дождусь, хочу увидеть в Сочи прям шторм. Сильный, зимний, мощный. Как вы думаете, это он? Сколько баллов, напишите, кто ориентируется вот в морской жизни Адлера, Сочи. Мне, наверное, кажется, наверное, балла 3-4. Или все-таки уже это 5. Море сегодня прекрасно. И немножко скажу, чем же меня так удивила погода. Потому что вчера, друзья, было очень, вот где-то в 4 часа, такой ветер сильный подул, ливень, дождь. Нет, не в 4, вру, часов в 7. Вот она какая красавица идет. Часов в 7 подул такой прямо ветер, дождь. Я думаю, ну все, настало, наконец-то прям холод в Сочи. А нет, сегодня утром открываю глаза, что меня и мотивировало прибыть сюда в срочном порядке. Яркое солнце, ни дуновения ветерка на вершинах деревьев. Я думаю, побегу на море смотреть, что там творится. Здесь такая красота. Температура воздуха у нас сейчас... Вчера была, несмотря на ветер, 14 градусов. А сейчас, не знаю, надо будет посмотреть. Ой, как же здорово, а! Как красиво! Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, по ощущениям тоже 14. Просто вчера был ветер и прохладно. Рассвет. Ну, мужик даже в шортах. А я в куртке. Куртки. Что-то думаю, холодно так. Думаю, точно холодно. Ну нет, смотри, короче, вот 16, это с утреца. Плюс 16. Опа, видно? Да, видно. Да. 16 градусов с утра пораньше. Люди на пробежечку. Кто-то бежит, кто-то золотишко ищет, кто-то просто наслаждается утренним солнышком. Приборочка с утра всегда в Адлере активная. Сейчас покажу вам золотую рыбку, тут немножко ее, вокруг нее красоту навели, скамейки дополнительные поставили, японский садик, можно сказать, организовали. Шторм красивый, вон люди зарядку делают, очень часто здесь йогой занимаются, различными цигун, просто зарядки. Не только здесь, понятно, что это везде так, у моря. Люди вдыхают свежий воздух, оздоравливаются. Вот, смотрите, японский садик практически, видите, мини-садик. Вот такая красота. Теперь здесь. Мне кажется, вот камня тоже, по-моему, не было выложено. Вот это... А, если он и был, может, частично, да, теперь расширили. Мне почему-то кажется, что... Ну, здесь все было огорожено, что делали, а потом вот раз, и появилась такая красота. Или все-таки оно было, я не замечала. Но вот так ленты было все огорожено. Как-то я... Только напишите, кто помнит. Вот это, скорее всего, наверное, было. Может быть, брусчатки и скамеек не было, наверное. Рыбку обновили, да. Ну, в общем, как-то все обновилось здесь. Рыбочку родненькую обновили, уже приготовили к следующему сезону. Теперь она еще более золотая. Я просто раньше идешь к рыбке, подходишь, и как-то ничего вот здесь вот я не замечала, все, что здесь. А сейчас вот обратила внимание. Вау, вот это шишка!
таких больших, огромных я никогда не видала. Еще. Ай-яй-яй. Еще тут много шишек я интересных уже нашла. Но таких еще и розочками нашла, и шишки такие классные у магнолии. Пока не упадет наверх, ты особо не смотришь. Хо-хо-хо. Вот вы понимали, что опа, в ладонь не входит. Вот так. Ну все, друзья, прощаюсь с вами. Всем прекрасного настроения. Отличных путешествий.